чего на сбор мы выехали. Во-первых, у нас большая группа игроков, которая на этот период имела малую игровую практику. И нам нужно было, во-первых, поднять их физические кондиции за этот сбор. И еще один немаловажный момент, что мы всегда на эти сборы привлекаем молодых ребят, с которыми мы поближе знакомимся, имеем о них хорошую информацию, и это нам очень важно. Я доволен, потому что достаточно серьезный спарринг. У нас все-таки в большей степени играла молодежь, и как раз этот хороший тест для молодых был. Легкого матча с «Динамо» никогда не было. Это очень тяжелые, сложные игры всегда. Это московское дерби. И тогда я бы не сказал, что нам было легко. Результат оказался такой, а матч был тяжеленный. Болельщикам всегда говорю, рады всегда вас видеть на трибунах. Мы ради вас играем. Без вашей поддержки не было бы у нас ни титула, ни прекрасного этого стадиона, ни этой атмосферы. Поэтому мы только для вас. Футбол существует для болельщиков.